С узлом связи окончательно не завязано. В начале года появилась информация, что арт-проект HubSpace прекращает свое существование в том виде, в котором работал с осени 2012 года. Накануне стало известно, там новый директор. Все действительно остается как прежде. Мы планируем улучшать и совершенствовать. Вот так еще в конце прошлой недели о судьбе хаба в Фейсбуке писала бывший директор одной из радиостанций Оксана Очкасова. Именно она теперь будет у руля этого арт-проекта. Мы пришли от того, что название, ну, нам хотелось, наверное, поменять, потому что все-таки новая жизнь должна начинаться с какого-то нового названия. С сегодняшнего числа это место называется «Платформа». Что ж, проект не закрывается, но все же изменения коснутся не только названия. Вот у меня даже есть план изменений, написанный на листочке. Сейчас мы переходим от эстетики жесткой лофтовой, то есть вот лофт, к эстетике удобства. То есть люди, которые приходят сюда, должны чувствовать помимо больших пространств и заводского наследия все-таки то чувство, которое мы называем удобством, чтобы было здесь комфортно. Впрочем, суть остается. Новое руководство отметило, это будет по-прежнему культурно-образовательным центром. Из ближайших мероприятий платформа примет российский фестиваль моноспектаклей. Кстати, проект планируют развивать и как базовую площадку для начинающего бизнеса. Кроме того, судя по всему, с марта здесь будет интересно не только молодежи, но и детям. Для маленьких горожан тоже планируют проекты, выставки и презентации. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.